То, что моя судьба была связана с военно-морским флотом, виноваты, конечно, мои родители. С улыбкой на лице рассказывает капитан второго ранга в запасе Сергей Яковлев о своем предназначении. Будучи беременной, мама Сергея Михайловича решила проведать свою матушку в Томской области, поселке Моряковский Затон. И в этот же день, со 2 на 3 августа, маленький Сергей появился на свет. Почему же вот я стал моряком? Потому что, вот сколько себя помню, с самого раннего детства у меня всегда были мечты, разговоры, дела мои, детские игры, связанные только с водой. Кораблики, значит, строгать, выпиливать, пускать, значит, тельняшка для меня это была бескозырка, это вообще просто вот подарок судьбы. Даже если фотографии мои старые взять, именно детство, то на многих я одет именно в морскую форме. Постепенно маленький Сережа посещал судомодельные кружки, занимался спортом, читал соответствующую литературу и четко понимал, что хочет стать военным моряком. И вот в 1977 году его мечта сбылась. Он поступил в Тихоокеанское высшее военно-морское училище во Владивостоке. Как рассказывает Сергей Яковлев, в первое время было тяжело. Кормили плохо, жили в боевых условиях, ночевали на двухэтажных нарах. Некоторые ребята не выдерживали такого напора и забирали документы из училища. Так как у меня была мечта всей жизни, поэтому для меня вот эти трудности они не были такими эпохальными. Но тем не менее, вот и поэтому я сдал экзамены хорошо, и меня зачислили. Я тут же сдал большую телеграмму родителям. В период обучения Сергей Михайлович побывал на Камчатке, ходил по Тихому и Индийскому океанам. После училища Сергей Михайлович начал служить на Северном флоте. В наш город мужчина впервые приехал в 1979 году, а в 1991 он окончательно перебрался в наш город. К сожалению, в 90-м году произошло несчастье. Моя супруга скоропостижно умерла. И поэтому осталось две дочери. Ну и, сами понимаете, как бы карьера, наверное, военного моряка на этом и заканчивалась. Почему? Потому что, имея двух маленьких детей на руках, служить в районе Крайнего Севера – это невозможно. Тогда Сергею Михайловичу предложили должность во ВНИЕФ. Сейчас Сергей Яковлев носит звание капитан второго ранга в запасе. За его плечами огромный багаж знаний. В нашем городе он создал музей военно-морской славы. Посетить его может любой желающий. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.